Всем доброго времени дня. Пришла к нам сегодня вот такая вот посылочка от Lossi Desert Buggy. Это уже вторая версия. Ну, сейчас начнем ее распаковывать. Смотреть, что внутри. Максима, давай открывай. Эмочка, открывай. О, какая она здоровая. Пройдемся немножко по это. О, красивая. Ну все, я сейчас передаю камеру и начинаем распаковывать. Так, достаем нашего героя сегодняшнего ролика. Коробка. О! Смотри, какой он. Тут даже вон шофер есть, водила сидит. Он. Ну сейчас его сделаем. Так, все. Максима, доставай там ампультик. Батарейки brauchst du auch? Да, в пультик надо. Guck mal. Так. Это батарейки, ich leg die hier drauf, die sind offen. Brauchst du jetzt einmal? Распаковываем. О, это уже удобно сделано. Сюда помещается два блока по 4S. Ну ладно, мы отключаемся, собираем машинку, вставляем батарейки и подключаемся обратно. Так, разобрались мы с нашей машиной. Лимит ей поставили максимально сейчас 25 км в час. И попытаемся сейчас поехать. А ничего, идет. Так. Теперь ставим на 75 максимально. О! Нормально. И смотри, со светом. Сейчас тараканов погоняем немножко. Сейчас, Максима. Надо посмотреть, чтобы ничего не отлетело. Слышала, баллоны засвистели? Угу. Максима, ее настроить надо. Сейчас она... Она так, кстати, мягко идет. Ага. Я-то думаю, что он неправильно рулит. Вот теперь правильно. Хо-хо-хо-хо-хо! Обалдеть! Что-то ты куда-то урулил. Я его не вижу. Вон он катается. Что-то возмущается. Может быть, еще далеко? Смотри, аж на траву разрывает. Смотри, что он вытворяет. Он хорошо идет. Auto. Oh, ich renn mal. Все, можно?
Но на ней на песке хорошо гонять. Слушай, мне она понравилась. Сейчас, Максима. Смотри, что она делает. Вау! Не, мы сейчас еще пока нигде прыгать не будем. Бам! В ней умки по автоматик стоит. Все, Максима, сейчас я попробую. Максима, я тебе помедленнее ее немножко сделал, да? Сейчас мы погоняем немножко. На. Эмочка, отпусти меня. Только Эмочку не задави. Да есть кушать и рут так файн. Вау! Зайка. Выезжай, я тебя из-за травы не вижу, Максима. Сюда, где без... Только фары видно. Где к дереву, сюда выезжай. Я здесь катаюсь. Аккуратно. Эму не задави. Я сюда езжай немножко, поближе. Классная тачка, да? Махчпас? 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 Он до такой степени концентрирован, что не может ответить. Там даже это два водителя сидят. Один водитель, один навигатор. Да, извините, пожалуйста. Бум! О! Максима! Осторожно! Ты дерево сейчас сметешь. Это молоденькое какое-то. Ты не сжимайся, а тормози. Назад. Пульт этот, пистолет, вот этот курок назад его делай. Крути, он тогда будет тормозить, как будто ты назад хочешь ехать. Нет, вон пальцем, указательным пальцем делай. А что здесь пищит? Батарейка садится. Ну, давай, езжай, катайся. Сюда езжай. Езжай сюда, езжай. На ней ровно неинтересно ездить, на ней вот так вот кругами классно ездить. Слушай, ты их так, ну, там... ты их так покатал? Ничего, это правда батарейки так по это? Да-да, ну, видишь, она моргает он. Ну, то не смарт батарей лёв. Да-да, езди. Сейчас всех насекомых здесь расшугаем. Кстати, вот здесь вот фельдмойсин, да, всякие, вон она, норки. Здесь только норок всяких. Так, партию батареек мы уже скатали. Пошла теперь вторая партия. Давай, Максим. А ну-ка, сиди сюда, что-то ты быстро ездишь. Не, все, езжай. Ну, а ты мне оторвала. Только далеко не уезжай. Спасибо большое. Смотри за пешеходами и за собаками, чтоб никого не задавил.
а то нам будет очень невесело. Ну мотор там как пивная банка, такой поэта, сильный. Мотор, да, там. Не, Максима, не надо по дороге, не надо, не надо. Оставайся здесь. Мы потом с ней на песок. Мы сейчас попробуем ее, а потом на песке будем ездить с ней. Он хочет попробовать. Мы на озеро поедем. А если она намочится, ничего не будет? Ничего, она защищенная. Осторожно, вон велосипедист. Велосипедист, аккуратно. Вон в ту сторону езжай. Езжай там, где мы ездили, катались. Вон туда иди, там травка покороче, не такая сильно длинная. Да-да. А то там мама с ребенком едет на велосипеде. Ну, мы окей. Животных привезем, да? Сейчас разбирали ее, чистили, повытаскивали муравьев, тараканов всяких там, жучков, паучков. Я только по свету можно по это. Ага, и по звуку. Давай, прямо езжай. Езжай прямо. Подожди, траву повытаскивай. Тогда с этой стороны вот все, тут травка. Все. Понасобирал. Максима, дай я покатаюсь. Что-то она звенит, в ней звон такой. Смотри, что она вытворяет. Все, застрял. Диди. Так, все запрятались. Смотри, как это разгоняется. Хо-хо-хо. Что это было? Она перевернулась. Тут мы такие сальто делаем. Я надеюсь, что ты за видео фиксировала. А ну-ка, ну пойдем на асфальт, ее еще кружок дадим. Максима, смотри. Стоп! Она очень больно может сделать, да? Аккуратно езжай. И к людям не езжай, наоборот, подальше отъезжай. А? Ну ты езди, только по траве езди, либо вон по дороге, а к людям не езжай. Мне просто близко к людям не езжай, и все. Она может сигнал потерять и все равно дальше поедет. Она такая же, как и твой Макс, быстрая, да? Давай. Что, ты уже надоело на этой кататься? Das mache ich nicht, Mäuschen. Ich habe dir nur angeguckt. Ей полностью развал колес надо, рулевое полностью все надо настроить.
Подожди. Там собака, она уже дергается.